Сегодня мне никуда не надо. За окном очень интересная погода. Дымка, туман, облачность. Не знаю, как сказать. Такой смог. И тем не менее, иногда проглядывает солнце. От этого очень спокойное, приятное настроение. Я сделал зарядку, позавтракал, принял душ. И с самого утра занимаюсь французским. Вот с этим веселым дядькой, который говорит: вы большие молодцы, огромные трудолюбцы. French Galaxy, французский язык по плейлистам. Видимо, именно этой мотивации мне не хватало все время, чтобы учить иностранный язык. Так приятно слышать, когда я большой молодец и огромный трудолюбец, что вместо того, чтобы посмотреть кино, повалять дурака или погулять, я действительно учу язык. Потому что, я не знаю, как по-другому сказать, j'aimerais parler français couramment et correctement. Я хотел бы говорить на французском свободно и правильно. Чего я вам желаю, если вы хотите. Ну или на английском. Дядька и английский тоже преподает. Всем мир. Подписывайтесь на канал Утописта. Мы рассказываем о нашей жизни с сыном после эвакуации из России и о том, как мы живем во Франции.